Здравствуйте, в эфире программа «7 минут», и в гостях у меня сегодня Андрей Шкуратов, директор арт-клуба «Планетарий». Андрей, здравствуй, очень приятно тебя видеть. Привет, Наташа, добрый день, вся Рязань, я тоже очень рад. Вот сентябрь на дворе, прошло уже открытие нового сезона в «Планетарии». Да, вот как прошло открытие, и о планах чуть подальше, наверное, попозже поговорим, да? Ну, учитывая то, что, в общем-то, у людей в последнее время интерес исключительно к приезду звезд, и рязанские группы мало интересуют нашу публику, я могу сказать, что открытие прошло удачно. Не сказать, чтобы очень хорошо, но, в принципе, народ пришел, и, по крайней мере, все ждали этого момента, когда наконец-таки откроется сезон, когда, наконец, можно будет ходить в клуб, смотреть все эти вот рок-концерты. Вот так. Ага, как у тебя у самого настроение? Позитивное? Рвешься в бой? Ну, а куда деваться-то? Надо людей баловать рок-музыкой. Ну, кто, если не мы? А какие планы ближайшие? План ближайший, как всегда, привозить как можно больше известных коллективов. В этом году, вот что-то я не знаю, почему так получилось, очень много планируется рэп-концертов, причем хороших групп, там типа 25-17, вот такие, которые не просто рэп, которые всем нравятся. Вот. Ну и понятное дело, что очень много рок-групп привозится из старых наших друзей, таких как и «Монгол Шуудан», «Черный кофе», «Элизиум», «Растеряев», там много кого. Ну и, как всегда, там на уже ближе к Новому году планируется и «Ария» всяческая, и там «Северный флот». Ну, много всего. Все это в интернете информация есть о том, какие концерты у нас планируются. Вот ты сказал, что группы, которые уже много раз были в «Планетарии», да, и опять ждет «Планетарий» эти группы. А почему так происходит? И вот каждый раз они собирают, да, людей. А как, это уже хорошие друзья, и Рязань уже привыкла к этим коллективам. Ну вот «Ария», например, да, уже какой раз у нас «Ария», и каждый раз «Ария» приезжает, «Ария» это «Ария». Каждый год приезжает, и каждый год они собирают народ. Ну а что бы сюда не ездить? Вот «Animal Jazz» у нас, да, каждый год два раза. Ну «Animal Jazz» вот даже два раза в году приезжали, но что тут в этом году, когда они приехали весной или летом, уже, конечно, не очень много было народу. Все-таки действительно перебаловывать народ одними и теми же группами опасно. Но, слава богу, достаточно количество есть коллективов, которые, чтобы вот они, ну, раз в год они приезжают, там кто-то приезжает всегда осенью, кто-то всегда весной, кто-то зимой. Вот «Пилот», например, всегда в районе 8 марта приезжает, уже сколько раз такое было. Вот «Ария» всегда, вот, например, там осенью, зимой. Вот. Ну, хватает групп, чтобы вот весь сезон как-то расписать. Вот «Ляпис Трубецкой», вроде как новость вышла, что перестает существовать, да, и прощальный тур у них. Не ждем мы «Ляписа»? Ну, вообще-то «Ляпис Трубецкой» официально уже не существует, поскольку они до конца лета существовали. Очень я хотел их, в принципе, затащить к нам летом. До закрытия, до открытия сезона, пусть даже сезон еще не открылся бы, затащить к нам. Но они сказали, что у них настолько плотный график, что ничего, ну, не получается у них приехать в Рязань. Тем больше они у нас не так давно были. А вот кого-нибудь, кто никогда не был в «Планетарии», может быть, даже в Рязани, не хочешь попробовать, или там планы какие-то, может быть, есть в этом плане? Ну, вообще-то все не очень просто. Почему? Ну, потому что группы просят денег. Много? Да и тут, смотря кто. Вот, соответственно, не совсем получается работать так, как хотелось бы. Не, ну многие, конечно, вот сейчас приезжают группы, которые у нас ни разу не были в «Планетарии». Та же вот «Каста», например, «Анакондас». А вот какие-нибудь глобальные планы есть? Ну, самый глобальный план – это, наверное, продолжать фестиваль «Рязанские каникулы», который, в принципе, прошел у нас, но прошел он, в общем-то, далеко не так, как хотелось бы. Понятное дело, что кроме любителей рок-музыки никому не нужно у нас в городе, чтобы у нас был опен-эйр. Соответственно, пришлось его переносить в «Планетарий». В принципе, все было очень хорошо, вот в целом. То есть само мероприятие прошло, все были довольны. И посетители, и много было приезжих, которые поехали из других городов, несмотря на то, что это был не опен-эйр, а просто был фестиваль в клубе.
Но обязательно надо в этом году будет все-таки. Я добьюсь, я сделаю то, чего хотел. Я добьюсь, что это будет open air, что это будет на улице. Вот. Я думаю, учитывая то, как все в принципе практически идеально прошло в клубе, также может пройти все идеально и на улице. Вот. Хочется сказать спасибо, кстати, вот рязанской полиции, которые не только помогали, но и не мешали делать мероприятия. Прям вот молодцы. Вот, вот единственное, кто нам помог в этой ситуации, остальное все пришлось делать, наверное, мне самому. Вот. Но фестиваль прошел, тем не менее, я думаю, что в следующем году сделаем на улице, так как планировалось изначально. Конечно, это очень сложно, гораздо сложнее, чем я думал. Вот. Теперь у тебя уже есть опыт. Опыт есть, да, на ошибках учимся. Вот ты знаешь, сейчас многие говорят, что рок умер, а рока больше нет. Вот на самом деле очень приятно, что в нашем городе есть ты, да, и есть клуб «Планетарий», за который все время боролись, да, там несколько лет назад. А вот для тебя «Планетарий» — это что? Рок-музыка — это жизнь? Ой, если честно, я от этой жизни очень устал. Хочется чего-нибудь более спокойного. Но когда вот думаешь, ой, господи, я все, я не могу уже, не могу все вот это тянуть на себе, все это, весь этот рок, весь этот, все эти концерты уже, сил нет никаких. А потом приезжает какая-нибудь группа там хорошая, и вот они играют вот замечательные песни, и люди вот такие все вот пляшут, подпевают, ой, прям вот плакать хочется от счастья. Думаешь, ну куда же я денусь от вас? Нет, ты от нас никуда не денешься. Да, и приходит все равно этот планетарий, не планетарий, все равно приходится всем этим заниматься. Если не я, кто? Ну скажи, рок жив, есть будущее? Да куда он денется? Да, конечно, жив. В отличие от, скажем так, я, конечно, не люблю делить музыку там на рок, на попсу там, и так далее. Вот. Но, то есть я сам, например, к попсе тоже отношусь нормально. То есть, да. Но, тем не менее, все-таки рок, в отличие от всей остальной музыки, он какой-то более живучий, наверное, потому что более честный. Он все держится не на коммерции. Поэтому, хотя, конечно, коммерция в этом во всем есть. Поэтому он действительно живет, потому что он от души живет. Кто знает тебя, да, ни для кого не секрет, что группа Петровича Компания такая существует. Как вот поживает группа Петровича Компания? Группа Петровича Компания поживает неплохо. Вот. Но, правда, у нас периодически меняются бас-гитаристы. Вот. Но, тем не менее, все, дела идут, делаем новую программу. Вот буквально сейчас вот записали песню из репертуара группы «Красная плесень». «Красная плесень» выпускает так называемый диск-трибьют. Ну, кто не знает, это когда много разных групп исполняют песни вот этой известной группы. Вот, нас туда пригласили на этот трибьют. Очень долго мы выбирали песню. Неудивительно. Да. Вот, ну, выбрали, наконец-таки, такую, которую можно и нам на своих концертах исполнять. То есть, как бы она нам подошла. Вот сейчас мы ее записали, уже вот скоро уже вот должны, вот сейчас нам ее досвести. И мы ее отправляем уже туда, вот будет выходить вот этот вот сборник. Вот. Мы вот тут недавно очень хорошо отыграли на теплоходе концерт в завершении сезона. Вот. Кстати, в этом году, вот если возвращаться вообще к тому, вообще как дела музыкальные идут, вот в этом году вот у нас вот этот рок-навигация, проект, который я придумал в 2010 году, концерт на теплоходе, вот в этом году он вообще какой-то апогей достиг, потому что было 5 концертов на теплоходе, включая концерт, когда приезжал Артур Беркут, Сергей Маврин, это из «Арии», музыканты бывшие. Вот. То есть в этом году вот мы, например, 2 раза на теплоходе выступили, на первом концерте и на последнем. В общем-то, очень удачно в этом году рок-навигация вся проходила. И в следующем году планирую делать что-то более серьезное и все-таки немножко вот расширить плацдарм. То есть вот этого ПТ на 100 человек уже маловато. Там приглядываюсь к теплоходу «Москва», вот, к барже какой-нибудь. Ну что же, Андрей, удачи тебе во всех твоих начинаниях, во всех продолжениях нашим. Спасибо, что пришел. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Андрей Шкуратов, директор арт-клуба «Планетарий». Это программа «7 минут». Увидимся. Наташа, спасибо, что позвала. Спасибо тем, кто смотрел. До встречи. Приходите в клуб, слушайте рок.